есть мирная, у нас есть мафия, и мы можем начать игру. Итак, первый игрок, ваша минута. Доброе утро, город. Мы с моим братом, редкостные единомышленники. И это называется ирландские близнецы. Во-первых, мы погодки, а во-вторых, мы рыжие. По сути, когда мы росли, мне приходила в голову идея, и мой брат, как более крупный и здоровый, несмотря на то, что он младше, это выполнял. И обычно один из нас начинает шутку, второй заканчивает. Но вчера на день рождения моей мамы он как бы побил рекорды. Его обязанностью участия в праздничном столе было принести фруктовый салат. Мишка принес 4 разные коробочки с разными нарезанными фруктами. Типа, это салат для аутистов. Мы же знаем, морковку с горошком смешивать нельзя. Морковка оранжевая, горошек зеленый. Такие фрукты не смешивать, то мало ли тут у кого чего. Это я к тому, что не смешивай морковку с горошком, не путаем черных с красными. Победу нам, красному городу. Похоже на правила Касрута. У вас был господин Вода. И минуту открывает номер 2. Доброе утро, город. Не знаю, мне ваша речь не понравилась. Ну, честно я вам скажу. Но опять же, и цвет я тоже не знаю. Вы видите, по эмоциональному плану я не могу сказать, что ученый игрок. Но и при этом то, что вы говорили, не показывает, что вы красный. Поэтому пока что я с вами не поиграю, а послушаю остальных. А седьмой игрок я вас буду вдвойне внимательнее слушать. Спасибо, пас. Спасибо, игрок номер 3. Ну что ж, игрок номер 1, с днем рождения вашу маму, уже прошедшим на днем рождения. Я не знал, смеяться с вашей речи, улыбаться или грустить. Мне кажется, я все-таки должен был как бы посмеяться, но что-то до смешного не дошло. 10 секунд уже сказал ведущий. Ладно, уже дам посыл таки быть о том, что пусть красные победят, собственно, о чем все речь. Хотя бы красным удачи пожелала. Хотя, единственное, что я могу благодарить, хорошо, что это не военный анекдот. Как раз без военных анекдотов обошлось, так что вам огромное спасибо. Вот. Но пока я с вами не поиграю, еще пока не могу по вам цвет сказать. Бывают игроки, там, не знаю, вначале говорят, там, по красному, прям, хочется с ним. Не в этот случай, но окей, пока вас оставлю. Двойка, может, наша позиция совпадает, так что я иду с вами. Посмотрим, кто в этот паровозик присоединится. Ну и далее там уже будем выглядывать, кто более черный, кто более красный. Да, ту-ту. Спасибо, вас. Спасибо. Минута и пока номер 4. Доброе утро, город. Смотрите, для меня здесь поговорили почти все по-красному. Я сейчас вот так расставлю акценты. Двойка для меня будет самый красный. Тройка после него. А первый не могу дать цвет. Будете стоять в конце, потому что речь ваша мне была не очень понятна. По эмоциям было хорошо, позиции нет. Все, по этим критериям вы стоите в конце. Теперь, что я заметила по столу? Восьмерочка. Вы сидели совершенно неинтересно. Вообще, госпожу психопатку надо слушать внимательно, потому что там все сложно. Вы не слушали совсем. Вы совсем не слушали. Это я, знаете, что хочу сказать? Давайте, красный город, найдемся в этот раз. 10 секунд. И будем играть дружно. Поэтому я выдаю на стол то, что я видела. Видела то, что восьмерка не слушала невнимательно. Будем смотреть сейчас, допустим, все за восьмерку. Спасибо. Спасибо и вам. И минута игрока номер 5. Доброе утро, город. Принцинник. Красная карта. Ну да, Борихан, очень красная речь до меня. Согласен. Потому что сейчас паранойя очень сильно седьмую. Уже две игры мафии победил. И очень хотя бы шифу проверил бы. И всем было бы намного проще. Ничка поговорила. Ну да. Черной речи нельзя сказать, что это черный. Это речка, речи Нички. Ну я лучше на втором круге. Но я бы с ней скорее поиграл, очень поиграл. Двойка что-то меня немножко так уехала, но не сильно уехала, немножечко. Ну, с двойкой я бы скорее поиграл, чем поиграл. Из тройки четверки скорее бы играл бы четверка, чем. Но тройка тоже, в принципе, не. Более красная речь. Я красная карта, это победа простому городу. Спасибо, пас. Спасибо вам. И
Во-первых, я сюда принес вафли не просто так, чтобы их забрали. Найди, пожалуйста, вафли, кто их взял. Спасибо. Первому игроку я цвет не дам, хочу послушать вас все же на следующем кругу. Вы вроде как неплохо разбираетесь с столом. Вот. А второй игрок, ну тут я соглашусь с четвертым, второй более красная речь, чем у тройки, но и тройка такая красноватая. Вот. Так что, как по мне, так, ну, может быть, там был один но все же, но... Потом... Ну, явно не двойка. Явно не... Потому что это мы разные. Мы вот это говорили. Он говорит, что если ему попадает черная карта, то он грустный. Потому что черная карта — это плохая. Типа неинтересная роль. Вот. Я сам красный игрок. Победу вору, все такое. И у вас время? И речь начинается игроком всем. Ну, во-первых, сразу. Лже-шериф может меня смело идти проверять, делать лже-проверку, а потом говорить, что это был первый проверенный игрок. И топить, потому что у города начнется паранойя. Это я сразу подсказку мафии даю. Так, теперь. Единица и двойка. Очень хорошая речь. Почему? Да, я согласен с четвертой, что двойка более красная, чем единица. Согласен. Но для единицы тоже ничего. Тройка начинает рассказывать про какие-то кто-то. Сейчас посмотрит, какие паровозы. Еще нету никаких паровозов. К чему это? Это задействие какой-то паранойи для города. Это было лишнее. Теперь четверка говорит то, что я что-то заметил о восьмерке. Вот восьмерка не следит за речами. Действительно, за речами надо следить, потому что черные не следят за речами, не знают все цвета. И если действительно 8 найдется черным, то значит вы точно красный. Если вы найдетесь черным, то значит 8, скорее всего, красный. То есть вы включили паранойю, возможно, оправдан, возможно, нет. 5 включает паранойю, это вполне нормально. Для вас, как бы, вы не так много наиграли часов. И 6... Для вас время. И речь игрока номер 8. Единица. Хорошая речка для единицы. Обращаюсь к игроку номер 4, госпожа Тады. Господин психопатка знает довольно-таки долго, и я уже могу просто по речи, как человек говорит, уже понять, красный он 100% или черный. То есть там черных между 1, 2, 3 нету. Вы для меня первое подозрительное. Игрок 5 поговорил, как на свой уровень очень-таки хорошо. Я с вами соглашусь. То есть речь была четкая, без запинаний. Поступка мне всегда нравится, даже если мы в разных командах. Господин, вот ваши как бы игры в шериф я даже не понимаю. Ну зачем? Ну зачем? Пускай мафия ломает себе голову. Понятно, что вы не шериф. Я просто понимаю вашу игру и понимаете, у вас сейчас салют просто проверку, а вы уже, скорее всего, догадались, кто настоящий шериф, и вы будете молчать. Так что надо слушать 9-10. И у вас время. И речь игрока номер 9. Единица, нейтральная речь, я бы ее оставила за словами, я не знаю, как ее можно оценивать. 2 и 3 для меня поговорили настолько одинаково, что я еще удивилась, как 5 и 6 оставляют какие-то акценты, что кто-то покраснее, кто-то не такой красный. Для меня вот они поговорили оба одинаково хорошо по красному. И 2 и 3. Игрок номер 4, сама речь хорошая по красному. Вот въезд восьмерку, который еще пока не поговорил, но мне кажется, он был лишний. И восьмерку сейчас послушала, тоже мне не показалось подозрительным ничего. То есть, не знаю, можно, конечно, как семерка предлагает проверить кого-то из 4 или 8, но я не думаю, что это будет результативно. Что, кого проверять? Ну, смотрите, мне 6 показался подозрительным, потому что он, у меня создалось впечатление, будто он не знает, с кем бы тут разбежаться. И 5, который, ну, вообще, может быть, это просто неопытность. Может быть, 5. И у вас время. И завершает игрок номер 10. Доброе утро, город. Неубиваемый господин Авадон, потому как был первым убитым в прошлый, напоминаю, в случае чего. За анекдоты. Да. Игрок номер 10 тоже пытался сказать, типа анекдоты, но что-то вроде как забавный стыд, но вроде как было не смешно. Поэтому пока не ощутил такого позитива, поэтому пока не поиграю, еще не утверждаю, что вы черная. Вот уж кто должен ее понимать. Так, правда, что когда я рассказал смешные анекдоты, я обычно красный, ладно, поехали дальше. Значит, 2 и 3. По-моему, оба поехали действительно одинаково красные, с обоим поиграем. Так,
Это интересно главы двигает. Значит, номер 4. В принципе, я посчитаю тоже красным игроком. Но, как заметила госпожа Мирабель, восьмерка, с которой она сказала посидеть, тоже скорее красный. При этом черный тоже может слушать остальных игроков, чтобы делать выводы. Так, значит, пятерка. Это, по-моему, позитивно копает по тройку. Пятерка для меня может быть темным. Шестерка скорее красный. У вас время. У нас технический перерыв, потому что я тут что-то нажала, и у меня ушел. Альтаб нажми. Альтаб. О, ура, навернулась. Я ничего не видела. Не, а тут ничего не написано, так что все в порядке. Окей. Никто не был выставлен, и город уходит в ночь. Город уходит в ночь, господин ведьмак, вы получаете пол. Я все равно должен был открывать день. Ну, что я могу сказать тогда? Не знаю, мне подозрительно показалось, что седьмой игрок начал вот давайте проверьте меня, а восьмой игрок, наоборот, начал его прикрывать, как бы, возьмите за это как пищу его для ума. Для меня, не знаю, я не вижу здесь черных, вот просто не вижу. Может, потому что я еще прослушал половину, но все же. Ладно, давайте я просто наугад сейчас выберу, допустим, 4, 7 и 8. Все. Не воспринимайте 8, это 4, серьезно. 7, 7, 7. Спасибо. И у нас утро открывает игрок номер 3. Не знаю, что-то прям, знаете, слушал так внимательно каждого игрока, игрок за игроком прям анализ сделал. Почему-то, как, не знаю, в предыдущих играх нет такого, что вот я прям могу сказать, вот, скорее всего, вот это подозрительный, это более красный. Что-то, знаете, как-то для меня почему-то все на одном уровне. Там этот сказал, что я, например, потемнее, а этот покраснее. Тот сказал, тот повторил эту же речь, тот это подкрепляет, тот еще что-то. Особо мне это ничего не дало. Может, я сейчас послушаю, еще что-то смогу понять, но пока что немало что понятно. Единственное, вот заметил какую-то резню между четверкой и восьмеркой. Мол, четверка сказала, что восьмерка не слушала речь первого игрока. Но потом дошла очередь до восьмерки, восьмерка сказала, что у единицы речь нейтральная. С этим я не могу не согласиться, она действительно была нейтральная. Но никакая, но ни черная, ни красная. Так, окей, сойдет. Как бы тут уже теперь нельзя сказать, что восьмерка не слушала единицу. Она слушала, может, просто куда-то в другое место смотрела. Так что я теперь не знаю. Послушаю еще. Пас. Спасибо вам. Доброе утро. Вы сегодня дали позицию поставить. Или я только одна там все вижу? Послушайте, смотрите меня дальше, мирный город. Я обращаюсь к вам, восьмерка. Если вы красный игрок, я тоже красный игрок. Мы с вами ссорились на прошлой игре. К чему это привело? Ни к чему хорошему. Теперь смотрите, если вы красный, давайте найдемся, будем играть вместе. Что мне не нравится в этих отношениях? Потому что господин ведьмак уже быстро рисует разный цвет. И зачем вы так быстро рисуете? Я сказала, он не смотрел, я его не выставила. Я не сказала, что я буду жестко играть против него. Я, как красный город, хочу найти с красным городом. Понимаете? Если вы черный, значит, вы со мной не хотите найтись. Если вы красный, красный город, я говорю еще для всех вот этих вот слушателей, которые здесь сидят красными. Не поняла. Вот кто? Кто три?
Три, я сейчас вижу, что он совсем не дал позиции для стола. Но товарищ играл шерифом и встал на попилках, поэтому я здесь в растерянности. Игрок номер... Это сейчас будет фол. Игрок номер 5. Забрал-то город. Учитывая, что у меня же 2 и 3 в один цвет, а 2 ушел красным, я передаю 3, что у меня первый цвет играл на красный игрок. И хоть он дал, не дал сейчас поездить по столу, но как бы правильно вот пустой истории шерифу мы попили. Это как бы меня не значит как бы особо ничего, поэтому я играю в команде 5-3. 4-13, что она разложила. Вот у меня по прошлому новому принес позицию десятки. Моя команда это 3-4-5. И возьми десяточку, если она не будет с собой возражать. Если она совершенно не скрытый маф. Да-да. Вы не маф? Особенно в этом. 3-4-5-10, надеюсь. Спасибо, Паш. Спасибо и вам. Минута игрока номер 6. Вот мне, знаете, как-то разнравилась тройка. Как бы на предыдущих играх, когда вы играли за красного, вы были более эмоциональны. Вот, типа город, все такое, вперед. А сейчас как-то не очень. Вот. Дальше. С четверкой, в принципе, нормально. Речь я бы поиграл даже. Четверка, вы дружите с восьмеркой? Да? С восьмеркой. Послушайте. Вот. И здесь. Ну, семерка мне пока не нравится. Ну, послушаем еще у нас. С девяткой, десяткой я не поиграю, но не говорю, что вы чёрт. Мне интересно ваше мнение по поводу тройки. 10 секунд. Ваше. Всё. Спасибо. Спасибо, Иван. Минута игрока номер 7. Разноцветы по нулю рисуются для того, чтобы прикинуть команды. Это не то, что жесткие. Вот поэтому я прикинул команды, что в разноцвете стоят 3, 5, стоят 4, 8, стоят 9, 6. 9 просят на поверку 5. Теперь, это всего лишь по нулю. Это не говорит ничего еще о команде. Теперь, исходя из этого, можно предположить, например, 3 не рассказал позицию по столу. Вообще никакую. То есть много-много говорил, как бы ничего не сказал. По мне, так это больше по-черному. Ну, так вот, мне это кажется. Но, с другой стороны, пятерка сейчас переобувается, берет себе в команду, и разноцвет 3-5 сразу пропадает. Вот. Поэтому, потому что пятерка для меня, он все-таки по-красному. Вот, но, опять же, я скидываю многие вещи на неопытность. Теперь, кто для меня хуже всех поговорил? Выставляю игрока номер 6. Принято. Это была и просьба Мирабель, которая посчитала, нужно сделать проверку. И сейчас вы поговорили просто еще хуже. Поэтому... У вас время. И минута игрока номер 8. Он тройка открыл стол так себе по-средненькому. Четкая позиция не дал, только сказал, то, что если я слушал, я могу быть красным для него, и все. То есть информации, анализа при полностью предыдущего круга с номеров по 4, по 10 мы не услышали. Это для меня подозрительно. Также не нравится мне ни 5, ни 6. Интересно, но кто у нас сейчас на голосовании? Только игрок номер 6. Для меня он тоже и подозрительный, и говорит так себе. То есть дальше 9-10 дали просто хорошее заключение по столу. Никакой четкой позиции они на себя не взяли. То есть они не пошли ни в разрез ни с кем, кроме случая 9-6. Но 6 уже стоит. Я выставляю игрока номер 3. Принято. И у вас время. И минута игрока номер 9. Ну, то, что восьмерка выставил 3, это как бы понятно. С этим я согласна. Но меня очень насторожило, что семерка, вы показывали четверки, выставь 3, выставь 3, потом, по-моему, пятерки это показывали, а сами выставили 6. То есть я ожидала от вас, что вы выставите 3. То есть это вот как-то странно. Ну, хорошо, значит, 6-3 выставлены. Пока меня это устраивает, но я выставляю игрока номер 5 и объясняю, почему. Сейчас игрок номер 5
берет в команду 3-4, причем 3 непонятно почему, и еще пытается присоединить в эту команду 10, причем 10 категорически против. Поэтому между 5 и 10, вот, мне кажется, как раз тоже один из возможных разноцветов, и при этом 10 секунд. Покраснее, потому что если бы был черный 10, а 5 был бы красный, то 10 бы радостно бы взял пятерку. А тут, мне кажется, тут наоборот, тут 5 почернее, а 10 покраснее. Я это так вижу. И у вас время. И минута игрока номер 10. Утро, добрый город. Я играю с игроком на 4. Вы говорили, что да, игрок номер 3 не дал позиции, но говорили, что это еще не значит, что он черный. Но вы в итоге ведь не взяли тройку, нет? Нет, а вот игрок номер 5 играет в команде 3, 4, 5, 10. И я такой команды не вижу. Я еще по прошлому кругу успел сказать, что игрок номер 5 для меня подозрительный. Поэтому я и так упорно не хочу к нему в команду. Поэтому... кто выставил, госпожа ведущая? Игроки 6, 3, 5. Так, 6, 3, 5. Но меня это устраивает. Я считаю, что две мафии между игроками 3 и 5. И подумаю, кого между ними голосовать. Так, в принципе, я играю с господином Самураем, с госпожой Мирабель. Ну, у вас 10 секунд. Ну и, в принципе, с Ведьмаком тоже пока можно. Да, 8 выстрелил 3, значит 8 для меня игрок скорее красный. Единицу еще послушал. Спасибо, пас. Спасибо и вам. И завершает наш круг игрок на уровне. Честно, я вам покажу черепаху, когда он играет красным игроком. Мы обязаны спасти город! Город, голосуйте со мной! Вот какая позиция поступила! Этого не было. Поэтому контрольно выставляю игрока номер 3. Ой, это пункт первый. Пункт второй. Игрок номер 6 говорит по-черному. И я не знаю, кто из них выставлен первым. Я скорее буду голосовать в тройку, которой позиции не играть, но в нем нету красного черепахи. А потом, вы простите, пожалуйста, госпожа Мирабель, но я буду парнуть вас. Вы отлично разбираетесь по столу, просто потому что, когда Мирабель меня одобряет, хотя остальной стол справедливо меня... когда вы меня обычно одобряете, это у нас обычно... Ну, ладно, пока разберемся с 3 и 6, наиболее подозрительными. Будем выносить тройку... Спасибо, пас. Спасибо и вам. Все поговорили. У нас выставлены игроки. 6, 3, 5. Голосуем в этой последовательности. Кто за то, чтобы покинул нас игрок номер 6? Один голос. Кто за то, чтобы покинул игрок номер 3? Раз, два, три, 4, 5, 6. И кто не голосовал, руки уходят в игрока номер 5, 2 голоса. Итак, итогом голосования игрок номер 3. Вас посчитали мафия, у вас заключительная минута. Ладно, ничего страшного, просто мне было непонятно. Вот я же в начале речи типа сказал, мол, я же всех внимательно послушал. Я послушал всех, у меня до сих пор непонятно, как бы. Кто из них более черный, а кто из них более красный. Ну, потому что плюс-минус все для меня одинаково поговорили. Далее, почему сейчас кто-то начал говорить, типа, вот, я красный игрок, я сейчас весь город за свой потяну. Вот вы сегодня вечером наблюдали, что у меня было сегодня такое? Не было. Даже с самого начала игры, как бы. Почему так теперь начали? Почему, ну, окей, некрасиво упоминать прошлые игры, но я в те игры тоже был красным, у меня не было такого. Почему тебя используют как аргумент? Даже не ясно. Кого я считаю оставшиеся мафами? Ну, возможно, 5. Потому что это логично. Потом, не знаю, пусть будет семерка, не знаю. Это очень такой проблематичный игрок. 10 секунд? Не, вот ты как раз не кажется черным. Возможно, один будет. Вдруг. Так, не знаю. Спасибо, удачи. И город уходит в ночь. Все засыпают. Все забирают маску, по-моему. Thank you.
Слишком предсказуемо, как-то я ощущаю, что надо мной сгущаются тучи. Значит, так, господа, пока никто никаких жестов не показывает, значит, если у шрифа игрок 3 не ушел черной проверкой, значит, у нас критика, и шриф должен скрыться, показать свои проверки. Я не шриф. Так, господин Дима, покажите ваши проверки. Шестерка черный и восьмерка красный. Так, ну отлично. Как раз для меня самые подозрительные игроки были 3, 5, 6. Как раз пятерка за то, что играет с тройкой, объединяет несуществующие команды. И шестерка была подозрительной. Я считаю, что тройка уходила вполне по-черному. Так, да, да, я думаю, что тройка уходила скорее по-черному. Так что играйте пока с ведьмаком, с единственным шрифом. Сносите игрока номер 6. Потом, так, потом советую проверить 5. Спасибо, пас. Спасибо, Иван. Доброе утро, город. Играть с одним шерифом или не играть с одним шерифом? Шесть черных. Госпожа ведущая, выставляю игрока номер 6. 6 принято. Ну, как бы, более-менее... 6 выставил и голосовал в него. Он выставил и голосовал в него. Голосовал в него. Подожди, а что было там? 3 выставил. Он просил всех выставить 3. Он просил всех выставить 3. А кто выставил шестерку? Кто вас выставил потом? Да? И вас голосовал 1. Вы выставили 3, да? Ну, как бы 3 тоже легитимно было выставить. Плохая была речь. Зеум, но мы не... Ну, сейчас вы у нас уходите, да, шестерочка? Как черная. Потому что он сказал, 5-го предмет собрал здесь команду. Время. Вечер для номер 5. Пожалуйста, ваша мать. Доброе утро, город. Если 6 сейчас... Если настоящий шрифт, 6 упал из красной, все прекрасно. Если 6 уходит черный, прекрасно. Значит, вот 3 ушел красным. Я не ушел красным, товарищ. Поверим нашему шерифу. Лучше мы сейчас более опытных 8-9. Ну, пока я подержу дальше. Порядка пятерки ничего не даст, потому что пятерка красная, это как бы... Это проверить кому-нибудь. Девятка у меня какая-то. Подозрительно очень. Спасибо, пас. Спасибо, Иван. Игрок номер 6, ваше мнение. Я бы на вашем месте не верил в шерифство игрока номер 7. Как бы... Просто потому, что я знаю свой цвет. И я красного цвета. Если бы я был городом, то я бы вам поверил, потому что, да, проверка логичная. Но так я выставляю игрока номер 7, потому что... Просто потому, что я знаю свой цвет. И я уж точно не черный. Да, может, я плохо говорю, но... Что поделать? Что? Кто черный? Mm-hmm. Ну, семерка, потому что я его считаю уже шерифом. И думаю, больше, мне кажется. Даже не знаю. Не знаю. Вот. Все. Спасибо вас. Спасибо, Иван. Речь игрока номер 7. Мафе очень удобно не помогать городу. Правильно. Поэтому вы, для вас за столом только один маф. Больше мафии нет. Контроль на столе игрока номер 6. Теперь так. Для непонятливых, которые вдруг внезапно стали непонятливые. 3. 3 топят весь стол. Просто весь стол. Вопрос, кто выставит. И четверка рассказывает, что ей не понравилось. Правильное замечание по тройке. Абсолютно правильное. Почему ж не выставить? Все подозрительные игроки должны быть выставлены. Но четвертый не выставляет тройку.
Пятерка. Тоже не выставляет тройку. Шестерка. Говорит, нет, что, все нормально с тройкой. Что, ладно, без проблем. Шестерка черная. Поэтому это мне ни о чем не говорит. Я выставляю свою черную проверку. 6. Я голосую в 6. 10 секунд. Восьмерка выставляет 3. Теперь вопрос такой. Либо тройка так плохо говорит, но он красный и 8 черный и затопил его. Либо 8 красный и 3 действительно черный. И минута игрока номер 8. Я думаю, что игрока номер 5 не имеет абсолютно никакого смысла проверять по одной простой причине. И да, был убит игрок номер 10. Игрок номер 10 давал то, что можно проверить, и пятерку. Пятерка сразу достал руку и говорит, да, окей, проверяйте меня. То есть человек не боится проверки. Сейчас уходит 6. И делается проверка между 1 и 9. 1 и 9. 5 и 9 разноцвет. Я бы, скорее всего, проверял бы 9, потому что он даст больше информации по столу. Если мир, если это игрок мирный, шикарно просто. Мы получаем еще один козырь. Госпожа Тату, я считаю мирным. Я играю 4, 7, 8. Между 1 и 9 я должен еще разобраться. Потому что вся предыдущая речь игрока номер 1 была. Черепаха, когда мирный, он такой. Эта вся речь была посвящена нету одному игроку, и все. То есть никакой другой конкретики по столу, по командам я не слышал. Ну и шестерка. У вас время. По поверкам, у вас нет черной команды. У вас время. У вас время игрока номер 9. Игрок номер 5 может говорить, проверяйте меня. Я тоже скажу, проверяйте меня. Это сразу окраснит в ваших глазах. Ну нет же, правильно. Все равно вы будете просить проверку у меня. Даже если я буду говорить, да, проверяйте меня. Красно. Потом, игрок номер 4 мне как раз показалась красной именно из-за того, что она не стала выставлять тройку. Она подозревала, но она приняла свое решение выставлять или не выставлять. Она приняла не выставлять тройку, несмотря на то, что 7 показывал выставить. Потом, всем, у вас, если проверка есть черная, почему бы не показать четверки, выставить шестерку? Вот это вот мне не понравилось. И потом, когда вы, кстати, голосовали в тройку, как я помню. Шестерку? А, поняла. Потому что я вообще очень удивилась. Поэтому я собиралась голосовать в 3, но потом, когда вот подумала, то ли 3, то ли 6, то что семерка выставляет, я уже думала, я поставлю руку у игрока номер 5. Я была уверена, что моя рука воскажется в меньшинстве, это меня устроило. Потом с пятеркой у меня действительно разноцвет, это черный. И у вас время. И заключительная минута игрока номер 1. Скажу, порядке контроль у тебя игрока номер 6. Раз есть шериф и нету других шерифов. Это черная проверка, как я выставляю. Потом дальше. Я подозреваю, что оставшийся третий маг, потому что 3 с моей точки зрения, или просто сидел по черному и ушел никак. Я согласна с просьбой проверить 9, потому что тогда это даст информацию и про 5 и успокоит меня просто на уровне личной паранойи. Вы просили проверку 6. Ну и что? Я видела, как некоторые мафы просят проверку в своих, а потом спокойненько побеждает мафия 2 в 2. Мафия может просить проверку в своих. И я помню, как кто-то разыграл аж 3 вариации. 10 секунд. Так что лучше давайте проверим. Номер 9 это даст информацию по 5 и успокоит меня. Спасибо, Пас. Спасибо вам. Итак, в городе выставлены игроки номер 6 и номер 7. Голосуем в такой последовательности. Кто за то, чтобы этот стол покинул игрок номер 6? Раз, два, три, четыре, пять, шесть игроков. И, соответственно, игрок номер 6, вы за игрока номер 7, и вы покидаете этот стол. У вас заключительная минута. Кто? Чего? Ну, по мне, игрок номер 7. Ну, первых, во-вторых. Ну, скорее, игрок номер 9. Его. Что? Вы черный. Вы трое черные. Mm-hmm. Нет. Мы бы тогда проиграли 3-3, да. А, семерка. Я тоже вторил в тройку. Мне не понравилось его... Вот это вот, то, что у него не было никаких эмоций, как бы. Кто выставил? Почему? Я редко кого выставляю. Не знаю почему, но вот как бы так получается. В принципе, все. Спасибо. Спасибо. Вы наш стол. И в городе наступает ночь. Все закрыли глаза. Спасибо.
Черная проверка. Выгоднее было стрелять восьмого игрока по красную проверку или даже оставить его стрелять четвертого игрока подозрительного. Почему? Тогда можно было поднять значок шерифа и сказать, что вначале была тройка, черная проверка, она ушла, вы поэтому на критике не вскрылись, и поэтому все хорошо. Поэтому могли продолжить игру. А после этого сказать то, что на самом деле получается 7 черная и 8 черная. У вас сейчас критика за столом, и у города был бы у мафии был бы шанс выиграть. Не вы выставили, потому что до вас выставили тройку. Но вы голосовали вместе с городом. Вы могли разыграть такую карту, что на самом деле мафия это 7, 8 и 3. 3 ваша черная проверка. И вы бы могли запутать город и выиграть. Я не голосовала. 10 секунд. Все равно вы могли использовать. А сейчас вы не можете использовать убить шериф, и вы черная проверка. И я считаю, что между 3 и 8 равно свеж 3 черная, 6 проверенная черная, и вы следующая проверенная черная. До свидания, господин Ленат. Прощаемся. И наш стол открывает господин Цинник. Добрый это город. Ну, в первую очередь, все логично складывается. Вторая игрока номер 9. 9 принято. Получается 9, 3 и 6. Была команда. В общем, больше тут нечего особо говорить. Все, у вас. Спасибо. Игрок номер 8. Друзья, вторая игра номер 9. С самого начала играл с городом. То есть у шерифа была черная проверка, но тройка своего тоже по-черному. Мы сейчас выгоняем игрока номер 9. Если игра заканчивается, все отлично. Если нет, предлагаю разбираться между 1 и 5. 4 я вам верю, я с вами играю с самого начала игры. Я даже на секунду при вашей речи «я хочу с вами играть», я буду на минуту даже понял, что вы шериф. Просто вы меня так убеждали, что я с вами поиграл, что мне дал на доскрытие шерифа мысль, что вы шериф. Но пятерку, как я и говорил, не было смысла проверять. Человек был сам согласен с своей проверкой. Это нам бы вообще бы ничего не дало. Но тогда бы возникли бы вопросы сразу. 4-1-9-9, по моему мнению, последний мав. Спасибо, пас. Спасибо, Иван. Речь номер 9. Просто чтобы сэкономить на разборе игры, я использую свою минуту. Почему я не стала скрываться с шерифом? Потому что в тройку я не поставила руку. То есть я бы не могла потом доказать городу, что я шериф, который проверил тройку черной. Я в нее не голосовала. Почему я не голосовала в тройку, я не могла определиться, то из города, как разбросаются руки. Я хотела присоединиться к большинству. Большинство я так и не нашла, поэтому ставила руку меньшинство в пятерку. На самом деле, тата действительно четверка отлично сидела по красному. Я тоже думала, что тата шериф. Я ее проверила в первую ночь на шерифство. Она не шериф. Так что все молодцы. Мафы сидели по нулю. Тройка хорошо сидел. Его все посчитали, почти все посчитали красным. Ну, шестерка будет чуть послабее. Ну, тут уже с таким шерифом, как семерка, не поспоришь. Ну, спасибо, Пасу. Спасибо вам. Минута, ребята, на воде. Оставлю девятку. Я же знала, когда Мирабель меня поддерживает. Мирабель черная. Это значит, не по-голубой, Мирабель. Мирабель поддерживает меня, значит, Мирабель черная. Ну почему? Ну тут не могла предрассудок. Золотое правило. Спасибо, Мирабелюшка. Спасибо, Пас. Спасибо, Иван. И речь игрока номер 4. Как правило, если она поддерживает, значит, она черная. Если она вас поддерживает, значит, она черная. Да? Если вы обе черные. Да. Господин Ценник. Да. Вот это правило тоже использует. Ну, в смысле, смотреть на вас. Если вы в противостоянии, значит, значит тогда. Что-то значит. Хорошо. Молодец, господин самурай. Хорошо нашелся. Хорошо послушал, да, что я предложила. Я как-то тоже так видела, как шериф играл.
Его выставляли, он сказал, ну что вы, подождите, но Бумет действительно шерифа сейчас. Красным надо находиться, я согласна. Спасибо, Пас. Спасибо и вам. Итак, у нас выставлен только игрок номер 9. Игрок номер 9. Вы успеваете еще сыграть? Еще вас посчитали мафией. И вы покидаете что? Игрок номер один. Я не поддерживала вас. Я сказала, что речь такая нейтральная, определить цвет невозможно, и играть пока не буду. Вы сказали, что поговорила хорошо. Нет, я сказала 2 и 3 хорошо поговорила. Посмотрим еще на записи. Но единицу я не поддерживала, потому что я ваши правила помню очень. Все, всем спасибо. Спасибо, я объявляю победу городу.